Почему Моцарт при создании своих музыкальных произведений кидал кости, а Уильям Берёз нарезал собственные текста, чтобы создать из них новые? Что общего между калейдоскопом и диджеем? Как создать 100 тысяч миллиардов произведений искусства из пары строчек кода? И главное, зачем? В современном искусстве сейчас происходит революция. Все больше и больше художников используют алгоритмы как соавторы. Такой подход получил название «генеративное искусство». В своей лекции я расскажу о самых ярких представителях этого направления за прошедший век и дополню все это своим алгоритмическим перформансом. До встречи на Парсеке!